Всем привет! Хочу показать вам такие наушнички. Такая вот непонятная фирма, Басн какой-то. Здесь технические вот характеристики. Это было так заклеено. Продавец заклеил, заказывал в магазине. Делал экстрим. Стоят они $13. Ну, на тот момент, когда я покупал, стоили вот цвета такого. Откроем, посмотрим. Коробочка такая хорошая, плотная. Красивенько это сделано. Под дерево. Так. Здесь вот такая вот красота, какая-то бархотка такая, елочки, дополнительные вот резиночки. Так, что еще у нас тут? В комплекте есть клипсы. И вот такая вот, непонятно, даже с кожзамом, наверное, что-то такое. Плотная, чехольчик для наушников, кармашечки, резиночки, можно тут что-то крепить, сеточка такая, то есть положим, ничего трепыхаться не будет. Также есть тут крючочек, есть, можно куда-нибудь повешать, зацепить. Мелочи приятно. Так, это можно сюда пока положить, чтобы не потерять. Так, так вот все упаковано. Красиво сделано. Хоть и Китай. Так, сами наушнички. Ну, я их уже протестировал, так сказать, послушал музычку. Качество звучания, так я бы сказал, хорошая. Вот они такие сделаны. Фокус где? Так. Басн, левый наушник. Такая резиночка хорошая. Проводочек плоский. С одной стороны черный, с другой голубенький такой. Не поймешь, что за цвет. То ли голубой, то ли синенький. Ну, такой вот. Качество хорошее. Там такая вот сеточка, ну, минус один вот. Вот эта сеточка на этом наушнике была как-то вмята. Пришлось ее выпрямлять немножко. Качество звучания не влияет. Так. Какие-то проблемы с одеванием. Так, хоп. Ладно, поправим. Так, ну также эту. Есть микрофончик. Можно как гарнитуру ее использовать. Все надето нормально, ничего нигде. Здесь, конечно, какой-то косячок есть. Вот закреплено странно. Такой вот штекер. Ничего лишнего. Наушники. Наушники, гарнитура. Все. Звучит хорошо, басы аж в голове так бум-бум. Все. Вот такие вот наушники. Можно покупать, пользоваться. Стоят они 500 с лишним рублей. В принципе, за хорошие наушники не жалко отдать. На этом все. Спасибо за внимание.